Нифига себе. О-о-о-о-о-о! Вот это вот просто сюда. Вот это вот просто сюда. Теперь он теперь светлый джедай. Ха-ха-ха, смотри, пипец. Был черный, я стал белый, блин, пипец. Вот так вот люди переходят на светлую сторону-то, елки-палки. Я, короче, вообще ни хрена не понимаю. 6 цветов? Похоже, в этот раз вы не активировали бассейн. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Nero Internet Skins Edition, дополнение Hordes of Underdark. Я уже забафался, вот, и в прошлой серии мы набрали, кстати, ты шаришь за это дело, нет? Вот, нашли рабов, которые попросили нас освободить, мы вызвали Джина, вот, у которого мы нашли кристалл, который их, по идее, освободит, поэтому сейчас бы надо поговорить. Я прочитал, что я там пропустил одну цепочку у гоблина, поэтому нам надо будет вернуться. Вот, но для начала давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Что у нас здесь есть. Так, пока фигня, пока фигня. Так, у нас все, неопрятный раб и шариш. Вот, окей, ладно. Так, там еще какая-то одна комнатушка есть, надо было туда обязательно зайти. Вот, и, наверное, сразу, я думаю, что их освободим, так как у нас есть этот камень телепортации. А, тут еще раз. А где яблоко Дикина? Дикин может поклясться, что положил яблоко в мешок. Ну, все тогда. Так, нифига тут рабы с этими, с коврами тут, нифига себе. Так, прикосновение гулята, все понятно. И какой-то алтарь. А, вот, смотри-ка. А, вот она, Лину Ланераль. Нифига себе, прикол. Так, ой, господи, не успеете вы сделать что-либо с этим саркофагом, как Лин выкрикивает суровое предупреждение. Не трогай это. Я не знаю, что за зло таится там внутри, но я чувствую его гнусное присутствие. Если ты откроешь саркофаг, ты освободишь то, что заперто внутри. Не беспокойся, что бы там ни было, я с этим справлюсь. Ты, разумеется, но насчет этих рабов. Не получится защитить их всех против неизвестного зла, которое можешь освободить. А ты не хочешь уничтожить это зло? Конечно, но эти рабы без защиты. Так ты им скажи, чтобы вышли в другую комнату, что затупиться. Конечно, если откроешь саркофаг, ты поставишь их жизнь под угрозу. Сначала мы должны позаботиться об их безопасности. А, это типа надо их сначала, да? Ладно. Прости, оставлю его в покое. Спасибо, здесь слишком много невинных людей, слишком много жизней, которые могли бы быть потеряны. Лучшее, что на данный момент можно сделать, это просто оставить в покое то, что находится внутри этого саркофага. Ладно, давай привет, мы с тобой поболтаем хотя бы. Как дела? Здорово. Вы узнаете Лину, жрицу Сиханин Мунбоу из Зияющего Портала. Она кажется глубоко погруженной в свои мысли, хотя и поднимает глаза при вашем приближении. Эй, босс, это эльфийка, жрица из таверны? Здравствуй, эльфка-жрица. Ты помнишь Дикина, да? Нет? Но ты должна помнить босса, да? Витамин из таверны? О, да, Витамин. Конечно, я узнаю тебя. Я просто так сильно задумалась. Эти бедные рабы, запертые здесь. Хотела бы я что-нибудь сделать, чтобы помочь им. Если бы у нас был камень активации для этого портала, эти бедняжки могли бы наконец освободиться. Может, тебе удалось бы достать для них и его? У меня есть камень для активации для портала. Правда? Что за великолепная новость, Витамин? Быстрее, тебе нужно отдать его Шаришу. В соседней комнате он знает, что с ним делать. Что-нибудь еще? Что ты здесь делаешь? Этим людям нужна моя помощь, и я не могу повернуться к ним спиной. Так что, пока рабы не покинут Подгорье, я собираюсь оставаться здесь, чтобы защищать их. А ты что-нибудь узнал, пока была здесь? Очень мало. Если у тебя есть вопросы, тебе лучше пойти и поговорить с Шаришем. В соседней комнате, вероятно, он знает гораздо больше, чем я. Хотел бы я быть более полезным, но я провела большую часть времени здесь. В Подгорье много опасных созданий. Дроу, ракшасы. Кто-то должен присматривать за этими бедными рабами. Что-нибудь еще? Что ты можешь рассказать мне об этом саркофаге в этой комнате? Я знаю, что это орудие великого зла. Для меня этого достаточно, чтобы держаться от него подальше. Прикосновение к нему может освободить какого-нибудь демона или ужасную нежить. Так, несколько вопросов. Ага, мне нужно идти. Ладно, пойдем тогда этого лоботряса освободим. Вот этих вот, вернее, всех лоботрясов. Не только одного. Так, грязный раб, грязный раб. Кстати, не мытый раб, грязный раб. А там, то есть это комната для грязных рабов. Эти просто неопрятные, а те прямо ж грязные. Так, ну давай отдадим. Кстати, на пос... А, да, там... О, простая, приветствую! Простая, это, камешек обычный. Так, я наберусь так, так. У меня есть камень для активации. У вас есть камень, быстро давайте его мне, чтобы мы могли бежать из этого места раз и навсегда.
Бутылка с джином у вас на поясе начинает дрожать и гудеть. Внезапно затычка вылетает из нее, а за ней вырывается клуб темного дыма, материализуясь с самого джина. Простите мое вмешательство, но я не думаю, что тебе захочется отдавать камень активации этим... что ты изображаешь из себя на этот раз, шаришь? В смысле? Это тебя не касается, ты полубесчувственное скопление газа. Сгинь назад свою бутылку, где тебе место. Я никогда тебя особо не любил, Шариш. Я уйду, но сначала, думаю, это смертное создание должно увидеть тебя в твоей истинной форме. Ты заплатишь за это, Валкарион. После того, как тупица-человек усладит мои зубы своей плотью, я обреку тебя на тысячелетнее служение мне. Так, и что он такое сделал? Я бы на твоем месте подумал лучше о том, что это смертное создание сделает с тобой, Шариш. Я буду в своей бутылке, если понадоблюсь. Чё это такое за дерьмо? Шариш. Ух ты, как больно. А, это какой-то тик. Бега. Ну все, ГГ тогда. Так это ракшасы, да, получается? Обычно. Ну все, ГГ тогда, парни. Осторожно, эти планары хитрые, твари. Да-да-да, я еще хитрее. Осторожно, эти планары хитрые, твари. Фига себе, блин, вот это обманщик грязный. А джин сразу так не мог сказать, да, тупица? А Лину Ланораль-то там не прикончили хоть? Где она? Блин, ее прикончили, походу. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо. Ты чё, дурак, что ли? Блин, все заклинания выжрал. Так, ну ладно, давай. Тебе не уйти. Да-да-да. Тебе не уйти. Ну давай, попади. Смотри, какой, а? Ракшаса, новичок, главное. Тебе меня не победить! Тебе меня не победить! Осторожно! Против магии-то у нас так себе. Слушай, Алину Ланораль-то где? Она где-то валяется или что? Блин, она реально пропала, пипец. Так, ну ладно. За серию, а? Глаз ракшасы, блин, реально, офигеть. Слушай, Алину Ланораль-то куда пропала? Может, она где-то тут? Шариш? Наверное, надо взять Шариша что-нибудь. Нифига себе, да? Камень портала. Так, честь и смерть. Ракшас-полководец Каликин произошел из древнего рода яростных воинов и хитрых стратегов. Их личный кодекс поведения исчерпывается девизом «Честь и смерть». За этими словами стоит идея о том, что хаос привел к процветанию низших рас, и лишь соблюдая законы чести, можно сокрушить эти низшие расы. Тем самым выполнить предназначение единственной высшей расы ракшасов. Короче, все ясно. Помешанные придурки. Этот двулезвийный меч был любимым оружием Каликина, предназначенным для борьбы с хаосом. Бонус против хаотичных. Хаотичный, ну, используют только законный, ладно. Понятно. Так, что с сапоги? Солнечной души, ловкость плюс 2, только монах. Ну, ловкость плюс 2 у нас, товарищ, наверное, очень... Не прочь бы и ходить, но у него, по-моему, тоже ловкость плюс 2, такое еще и телосложение. А дикий на что? Там как говно какое-то, рефлексы, да, давай, наверное, ловкости ему дадим. У вас не тот класс, боже мой, блин, вот какой дикий, тоже без толочек, так не могу. Так, красная цепь, отлично. Камень плута. Просто возьмем его. Так, ладно, я понял. Лину Ланераль куда-то пропала, черт бы ее побрал. В портал мы потом зайдем, пошли. Посмотрим, что там за этот. Может, она появится. Кстати говоря, мы тут сундучки. Они были тут? Что я либо их не осмотрел. Нифига себе. Грязная. Рабы, блин. Так, ладно, все. Лин Муланераль, походу, испарилась. Давай тогда посмотрим, что в саркофаге. Саркофаг перед вами содержит топливо. Торопливо засунутые туда изуродованные останки Лину, жрицы Сиханин Мунбоу. Боже ты мой. Закрыть крышку, дайте упаковать собери. Вернуть ее к жизни. Офигеть. Эльфийка жрица медленно отряхивается и потирает голову.
Собираясь с мыслями и оглядываясь в поисках кого-нибудь, кто мог бы ей объяснить, все объяснить, она выглядит несколько сконфуженной. Ну, дай ей хоть секунду. Возвращаться из мертвых — это как просыпаться после длинной ночи в твоей любимой таверне. Голова несколько плывет, и не та, ты не сильно понимаешь, где ты и с кем ты. Помню, как-то раз я несколько перебрал жидких удовольствий, и когда проснулся, нашел рядом с собой агроподобную деваху, которая храпела так жестко, что могла напугать дракона. Я, конечно, дернул отель, со всех ног, отель, не знаю, чутку отель, дороги у меня оказались прикованы к спинке. Вот уж не понимаю, как это случилось. Ну да, по-любому, я решил, что надо расслабиться и получать удовольствие, так что... Этого вполне достаточно, Томми, дорогой. Моя память уже возвращается ко мне, и я не думаю, что мне стоит услышать рассказ об этом твоем подвиге. Это ведь благодаря тебе и воскресла, дорогуша. Спасибо. Я знаю, это слово не слишком-то ценится, но говорю от всего сердца. Спасибо. Как получилось, что тебя в конце концов засунули в этот саркофаг? Ракшасы, должно быть, пытались спрятать меня здесь, чтобы продолжать пользоваться своими уловками. Не могу поверить, что я искренне думала, что они рабы и хотела им помочь. Я же говорил тебе, что-то с ними не так, верно ведь? Но ты уж не слушаешь, старика Томми, где я там? Только твердила и твердила все о том, чтобы помогать всем и защищать слабых. Но, в общем, это лишь доказывает, что то, что я всегда говорю, не делай добра, не получишь зла. Какие ты ужасные вещи говоришь. Я не собираюсь позволить одной ошибке изменить все мои верования, Томми. Я все равно буду делать все, что могу, чтобы помочь нуждающимся. Просто отныне я буду более осторожной. Я вижу, ракшасы теперь все мертвы. Это хорошо. Я буду делать добро. Ракшасы все мертвы. Это хорошо. Это добро. Они были созданиями чистого зла, и сами само их существование оскорбляло все, чем я живу. Полагаю, я должна поблагодарить тебя еще и за это, дорогуша. Так. Ну давай спросим. Ты знаешь, где все остальные твои спутники? Я знаю. Зачем ты спрашиваешь? Она была заперта в саркофаге. Она не знает, что произошло с ними после засады. Надеюсь, им удалось добраться до гостиницы Дурнана. Если бы они могли, они бы и пошли туда. Так, ты можешь мне что-нибудь рассказать об этих местах? Вряд ли я тебе что-то могу сказать такого, чего ты еще не знаешь, дорогуша. Очевидно, рабы оказались вовсе не рабами. Если бы я это знала раньше, я не оказалась бы в том состоянии, в котором тебе довелось меня найти. Да, и не особенно это помогло бы. Я пытался предупредить тебя насчет этих рабов, но ты ж не слушала. Вместо того, чтобы слушать, взяла да и погнала меня встречать безвременный конец от лап этих дроу. Да, и теперь мы оба живы и здоровы, так ведь? Так что я, дорогой, не понимаю, на что ты жалуешься. Так, что ты собираешься теперь делать? Вот, давай, возвращайся в гостиницу, найди там себе уголок и молись. Вряд ли такое никчемное... Ой, боже, подожди, нет, это не надо. Что ты собираешься теперь делать? Ну, логично было бы предположить, что я мало чего добьюсь, если я останусь здесь. Полагаю, я вернусь в гостиницу Дурнана, по крайней мере, на данный момент. Давай, возможно, это к лучшему. По-моему, там в гостинице более чем, чем достаточно тех, кому понадобятся мои целительные силы. Не беспокойся, дорогуш, я уверена, что смогу сама найти дорогу назад. До свидания, желаю тебе удачи. Теперь я все рассчитывают на тебя, дорогуш. Ладно, пойдет, иди отсюда. Так, все мы тут все забрали, так она сейчас опять, наверное, пропадет, да? Ракшасы чертовы. Вот это да. Так, все мы тут камень портала, кстати говоря. Давайте-ка попробуем, что это такое. Ставить отверстие в камень телепортации. Waterdeep. Так, это где это? Нифига себе. No can do. No. Me can't do that. Так, врагу... А, я все понял, где мы. Нифига себе. А куда это ведет? Обратно? На восток, да. Ну ладно, пускай, по крайней мере, хотя бы теперь портал есть какой-то. Ладно, пойдет. Так, так. Нам надо вернуться к какому-то там пропущенному гоблину. Мне подсказали, у него там цепь была. Где-то вот здесь я по видосу смотрел, он сам в начале был. Поэтому давайте быстренько сейчас добежим до него. Я не знаю, может быть там и... Мы портальнемся куда-нибудь там, да, и пропадет все. Поэтому давайте сначала, наверное, добежим до него. Он прям где-то вот в этом коридоре, по-моему, был. У нас теперь Тони.
Поэтому, может быть, он что-нибудь сейчас узрит. Узрит какой-нибудь секретный. Вот тут дофига места. Поэтому я думаю, что может быть что-нибудь. Вот он, да? Вот, точняк, смотрите. Спасибо большое. Так, сколько там? 0,5. Ладно, пойдет. И, кстати говоря, какой-то ключ маленький. Блин, теперь. Теперь надо все этот самое проверять. Вот все эти двери, которые были заперты, да? Теперь с этим ключом надо проверять, черт возьми. Ну, хотя, может быть, это какие-то сундуки или еще что-нибудь, которые мы все разворотили, поэтому пес не знает. Ладно. Поперли тогда дальше. Пока сюда бессмысленно, у нас всего две цепочки, потом все одновременно. Еще бы неплохо было бы вернуться назад и поговорить с Дурненом, потому что он говорил, что типа докладывайся мне, там траля-ля. Вот, поэтому, наверное, когда мы все четыре цепочки наберем, я думаю, мы вернемся и поговорим с Дурненом, посмотрим, что он нам расскажет. Может быть, опыта даст или еще что-нибудь. Давай, наверное, сначала сюда зайдем. Ой-ой-ой, ловушек-то поймал, боже мой. Давай, иди. Блин, вот зараза, а. Аргриздзак. Боже ты мой. Так, ну-ка давай, тут секретно дверь какая-то. Очень это похоже. Эй, что это? Где? А, еще крыса. А что, он не зря про нее сказал? Может, ее завалить надо? Умри, 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 умри! Блин, Дикин сразу песни начинает петь. Было завалить крысу, вот какой. Ладно, ничего там нового вроде нет. Зараза такая. Ладно, поперли. Север 2. Так, ну-ка давай, Тони, смотри сразу. Дикин чует гоблина. А где гоблин, там и гоблинская ловушка. Будь осторожнее, босс. Я понял. Я понял. Да боже мой, почему... Томми! Ой-ой-ой, быстрей, быстрей, быстрей. Всё, месим. Что за... Что за мерзостный вкус? Тихо там, разговорчик. Что есть, то есть. Пойдет. Разговорчики, более этот балабол у меня в руке, да, пипец. Так, что тут во все стороны можно идти? Томми, там точно нет ловушки? Посмотри, пожалуйста. Серия такая, дай бог. Ух ты, Стоуни. Хрена он здоровый. А, вот и все. Я так понимаю. 186. И поговорить с ним не алё? Нифига себе. Вот это вот просто сюда. Вот это вот просто сюда. Да, пальцы каменно-холода. В начале освоения джунглей Хульта. Калимшанская. Экспедиция наткнулась на маленькое племя. После кражи артефактов из-за хранения местный шаман по имени убил одного из аристократов, пытаясь вернуть священные предметы, и цивилизованные захватчики отомстили. Племя вырезали почастую. Вскоре в ближайших деревнях было найдено похожее оружие, сопровождающееся безмолвным явлением молчаливого, как его народ. И что это такое? Использоваться только гигант. А зачем она нам тогда? Может, это по квесту какая-то будет? Блин, она весит, наверное, 3 миллиарда. 3. Просто 3. Без миллиардов. Так, ладно. Цепи плутов. Что такое тихое передвижение? Только плут. Маскировка 6. Ну, примерно как и у этого, да, у нас. Ну, кстати, или нет. Маскировка. А, ну, покруче, да, получается. 3-4. Здесь то же самое, только маскировка побольше. А, здесь свобода еще. А здесь нету, да? Нет, тогда лучше этот. Тогда лучше так оставить. Так, окей. У нас появилась замечательная вещь. Так, где она там? Сейчас Тони дадим ускорялку еще. Вот это вот, да? Ускорение на ботинки. Ботинки у нас, телосложение так-то плюс 4. Наверное, пока оставим, пока у нас брони нет. А Тони дадим как раз-таки ускорялку. Сапоги. Сапоги, боже мой. Вот так вот. Там ловкость, конечно, плюс 2, но с ускорением, я думаю, он будет месить только так. Я не в силах нести такую ношу. Слишком тяжело.
Так, открыть и вот так вот сделать. И где она там? Так поставить. На топор обычный, окей. Так, все, Томми теперь у нас с ускорением. Это просто пипец всем. Всем хана, всем гг. Дикин, конечно, тупить сейчас будет. Ну ладно, блин, такой звук тут мерзкий, прям кошмар. Что-то кто-то шепчется, шепчется. Это гоблин, гоблин. Да, Тони, конечно, пипец. Только ощущение, как будто здесь секретная комната. Тони, ну-ка, взором своим окинь-ка эту дверь, ничего нет. Вот не дай бог, так только леща получишь. Так. Ха! Теперь меня не победить! На, нахрен. Блин, нифига он тут глушит. Что за мерзостный вкус? Боже мой, что такое? Боже мой, боже, что умри, происходит? Умри, 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 умри! Блин, какой-то масухи не хватает, да? Не такой. Что за мерзостный вкус? Да ты, зараза, да кто бьет-то? Вот это что ли? Дозорный? Тебе меня не победить! Тебе меня не победить! Это пипец какой-то! А, это вот шаман, вот крыса. Зараза, блин, Тони и завалил. Да что такое, прям пипец. Короче, ладно, давайте загрузимся, потому что я его сейчас резну, он без бафов будет, без всего, поэтому проще, наверное, вот так вот поаккуратнее играть и все, блин. Ну, все, ладно, я тут несусь уже прям с ума сойти. Ну, я, наверное, просто вот так вот сделаем. Подхилимся. Было бы какой-нибудь, наверное, защита от заклинания. Надо, короче, сразу этих магов вырезать нафиг. Вот шаман, давай. Есть, шаман. Всех шаманов сейчас вырежем. Фу, что за мерзостный вкус? Фу, что за мерзость? О, бей его еще. Я так, тихо, тихо, тихо. Гоблин, гоблин, гоблин. Там, да, где-то? Что за мерзость? Так, дозорный, дозорный, дозорный. Все, получается, нет шаманов, да? Ну, он, скорее всего, где-то в инвизе стоит. Убей, давай, придурок. Что стоит? Что за мерзостный вкус? Ну, смотрите, намного лучше, да? Когда шаманов-то нет. Ха! Тебе меня не победить! Тебе меня не победить! 41 опыта, кстати говоря. Но... другой вообще разговор, пипец. Просто небо и земля. Красота. Yep. All done. All done. Так, хилка-то хорошо. Тишина тоже, кстати говоря. Но нам проще всех вырезать, да? Так, куда там бежать? Блин, во все стороны можно бежать. Так, Тони, глянь-ка. Ничего там нет, сейчас молнии на пол хп не дернет. Либо здесь секреток нет, либо Томми слепой, блин. Ой, что-то мне тут не нравится. Так, давай-ка. Там эти взрывы, пипец какие-то. Тут ловушки, наверное, просто миллиард. Так, шаманов надо быстрее. Так, есть. Пойдет. Блин. Шаманов, вот когда выкашиваешь, прям вообще красотища. Такое ощущение, как будто, знаете, тут какие-то ловушки и обстреливают эта территория, но это нифига. Ага. Не получится. Я понял, вот почему обстреливают. Это не делай. А куда пошли-то, придурки? Мы можем раздраконить, но я думаю, что... Не-не-не. Мы еще посмотрим, что тут есть. Потом уже туда вернемся. А, ну вот и все, и вернулись. Вот и все, и вернулись. Ну ладно, видимо, придется нам все-таки разбивать ворота эти, черт. Ну ладно тогда. Тогда погнали разбивать, пес с ним. Я думаю, что сейчас так быстро справимся. О, пипец. Yep.
Ой, как больно-то. Усай что-то урона не наносит, не проха. Так. Есть тут кто у вас? Нет никого, да? Шаманов-то этих чертов. Ну, можешь не отбить-то. Так, все-таки есть где-то. Так, где эта крыса? Так, где ты? А вот. Так, пойдет. Еще и смотри, и сопротивляться. Вот зараза какая. Опыта, конечно, что-то полетело. Прям пипец. По 40 опыта, с ума сойти. Так, это что такое? Только монах, я понял. 99, 100, нормально, хватит. 5-5, неплохо. Пойдет. Так. Тут, скорее всего, железо, да? Да, железный слиток. Надо было тоже попробовать покрафтить. Но... О, смотри, еще одна, да? Прикольно. Можем попробовать вообще все двери вышибать. Вот железная дверь, по идее, если мы ее сейчас раздраконим, то у нас этот будет слиток железный, да? Ну, вряд ли мы так откроем. Нет, хотя, если критом, то откроем. Прикольно, что тут мечи не тупятся. Сколько у нее хп, с ума сойти. Вы еще эти освобождения магической энергии. Это либо я опоздал. Блин, мне чисто ради эксперимента попробовать охота. Раздраконить железную дверь. Арга, чернозуб. Ну давай, иди сюда. Раз уж на то пошло. Что за мерзостный вкус? Ой, я даже не знаю, кто это. Это гоблин, наверное. Берегись! Я не хочу, чтобы меня сломали. А что, может тебя сломать, что ли? Нифига себе, как-то ты поздно спохватился. Да, какой-то, видать, босс был. С ума сойти. Так, вот она цепь. Кольцо защиты плюс 5 аж. С ума сойти. Так, пожалуйста, пояс. Какой там самый мощный-то был? Огненный, да? Горного великана самый слабый, зараза. Так, плоскоблова и на плаву. Ой, даже читать не хочу. Говно полное. Так. Ладно, пойдет. Давайте одеваем. Нам сила прям как никогда нужна. Надо скорее ее набирать, а то у нас тут какая-то ловкость плюс 2. Ну, свобода, конечно, но... Ладно. Сила нам важнее. Сила нам нужнее. Можно этим вон дрищам отдавать? Дикину или кому там? Или этому? Наверное, этому. Он тоже нарезает. Мама, не горюй. О, у него вообще ничего не отдавает. Дадим. Все, у меня теперь свобода. Так что отсюда свободу можно убирать. И брать какой-то из этих доспехов, да? А, нет, у нас здесь... А, ну да, со свободой. То есть, получается, у нас здесь есть вот это для него. С маскировкой, тихое передвижение. КБ-3, 3-4, 20. 3-4, 20, то же самое, только... Ну, хотя, шило на мыло, по идее. Но свобода у нас вторая уже, поэтому... Черт его знает даже. Так, может быть, тогда... Может быть, тогда плюс 4 КБ... О, сопротивление заклинания, вот что ему надо. Вот и что ему надо, это сопротивление заклинания, это 100%. Тут его вообще хрен кто попадет по нему. Вот, а с заклинанием вообще вечная проблема, поэтому сопротивление прям само то. Так, давай посмотрим, что тут. Тут какие-то три рычага. И смотри, Томми какой светлый стал, пипец. Он, короче, на светлую сторону перешел. Теперь он теперь светлый джедай. Ха-ха-ха, смотри, пипец. Был черный, а стал белый, блин, пипец. Вот так вот люди переходят на светлую сторону-то, елки-палки. Так, тут какие-то рычаги, рычаг в полу. Вы еще эти высвобождения магические энергии. Ничего не происходит. Это должно произойти. А, все три цвета, наверное, одинаковые должны быть, да?
Но что-то я не вижу, чтобы они одинаково были. Так, здесь у нас какой? Синий и зеленый. Здесь оранжевый и... И желтый, по-моему, да? А если вот здесь сделаем опять зеленый? Синий, да? Чё-то я вообще ни черта не понимаю, ладно. Так, вылазка под горе. Нужно передать свиньи Дурну, ну как можно скорее, хотя он наверняка захочет, чтобы вы занялись дальнейшим изучением плана Дроу. Ладно, это Дурну, ты подождешь. А что такое за дерьмо? Вы ощущаете энергии. Блин, это как это головоломка или это просто? Ну, не сделали же просто, правильно? То есть какая-то головоломка. По логике вещей. Зеленый вообще абсолютно никак не связан. Этот красный, да? Этот оранжевый. Этот сейчас будет белым или синим. Я не знаю. Ладно, фиг с ним, побежали. Чё-то какая-то муть. Если, ребят, знаете, напишите, пожалуйста, я вернусь и посмотрим, что тут можно сделать. По сути, здесь небольшая комбинация, да? То есть 3 из 3. То есть я все, по идее, перепробовал. Дикин? Да Дикин. Любитель, блин, под курсором поторчать. То есть давай чисто, получается, один включен, два выключены, да? Теперь получается вот два включены, один выключен. Три выключены. Все, теперь попробуем. Теперь с этим. Вот так попробуем. Потом вот этим. Вот этим. И вот этим. Все, по идее, варианты вообще все пройдены у нас. Так что черт его знает. Какие-то магические энергии, ладно, хрен с ним. Я не знаю. Если знаете, ребята, напишите, пожалуйста. Но я что-то сомневаюсь, что это здесь просто так сделано. Скорее всего, это какая-то... типа как сказать? Не ловушка, а это... Ну, с чем-то это связано, черт возьми. По крайней мере, должно быть. Может быть, дверь какая-то откроется, или пес его знает. Но что-то я пока не этот самый, не обнаружил. Не знаю, все вроде как все варианты перебрал, и пес его знает. Тут вроде тоже никаких нету, не открывается. Вот здесь странный какой-то челобас, может с ним надо было поговорить, но я опять его просто убил быстро, что ли. Ладно, пес с ним, главное, что цепь у нас, вот, и получается у нас все цепочки теперь у нас, поэтому, наверное, давайте сначала вернемся к Дурнану, посмотрим, что он нам скажет. Блин, таком я не помню, где у нас... привязка. Блин. Да это, кстати говоря, плохо. Давайте, наверное, пятую привязку сейчас расположим прямо здесь, чтобы сразу вернуться сюда. А то мало ли чего, придется бежать, блин. Сейчас дурно, но вернемся сразу. Сюда вот привязочку сделаем. Так. О, кстати, можно первую, наверное, расположить. И нам первая-то не нужна, по сути, да, уже. Так. Так, а мы можем, интересно, или... А, прикинь, все, 5 перевязок на всю игру. Вот это будет прикол. Так, разместить перевязку. Прикольно. Ну, только пятую, да? Ну, давай пятую, ладно, плюс. А если сейчас разместить перевязку? А, удалить перевязку. Понятно, удалить первую перевязку. Вот нам не нужна. А, блин, болван, вторую надо. Ай, тупица. Удалил первую привязку, чтобы как раз к Дурнану вернуться. Вот это тупица. Ну ладно, тут у нас есть этот недалеко. Ой, болван. Так, удалить привязку. Нам надо было вот как раз таки вторую привязку-то. А, кстати, все три можно, да, удалить. Эти нам не нужны, это не нужна. Удалить привязку. У нас осталось только вот это, да? Положить привязку. Все. Так, блин, я удалил эту, которую нужно. Так, давай вот нам получается куда? Вот сюда нам надо, да? К Ракшасам вот сюда, по-моему, да-да-да, вот сюда. Там у них как раз портал наверх, на самый, к этим, к порталу. Блин, надо же было удалить, а первую. Короче, первую никогда не удаляю. Надо запомнить. Болван, блин, надо же было, а. Только надо переместиться, взял, удалил, идиот. Ну ладно, тут близко. Блин, болван. Ой. Так, где-то вот здесь.
Как раз у Дурнана и появились. Надо бы еще по всему... Ой, подожди, это не Дур... О, ну, нормально. Давай сразу заодно посмотрим. Я вижу, ты снова у Аргали. Да-да-да, снова у тебя. Так, давай сразу пока тут. На все вот это толкнем. Так, это нам не надо. И, кстати, ноль. А, подожди, что я, болван? Эх, не глядя, продал. А тут все дорого стоит. Я забыл, что здесь дорогущее это все. А, вот это вот можно. 7500, с ума сойти. Чего, дорогое это все, пипец. Так, тут шлемак какой-то классный. А, нет, это говно. Шлемак какой-то классный был. 24 ловкости. Так. Нет, тут все туфта. Дикий, ну бы какой-нибудь, да, вот из этих бы. Так, блин, такие мечи красивые, просто обалдеть. Плюс 3. Так, ладно, все тут фигня. Погнали. Зря продал, блин, ну ладно. Я забыл, черт возьми. Так, где-то вот здесь вот проход. К Дурану, к этому. Я так понимаю, нового ничего не светит нам. Во второй части, во второй главе только будем продавать. Вот, потому что здесь все, видать, все по 7500. Ну, в любом случае у нас денег 900 тысяч, поэтому нормально. Так, давай привязку сразу разместим, а то опять забуду нахрен. Так, привязку. Разместить первую. Готовченко. Так, с этой тоже клушей, получается, нам не особо можно говорить. Камень плута есть, давай с домом. Ну, тебе что-то нужно? Дурон смотрит на вас выжидающе. Ну, тебе что-то нужно? Похоже, что Голосар куда-то пропал. Дурнан кивает, хотя он явно изумлен вашим сообщением. Так, сумасшедший маг... Кровь он наплевать, пока кровь не моя. Че, болван? Так, сумасшедший маг исчез, верно? Но куда он пропал и почему? Мне это не нравится, Витамин. У меня на этот счет плохие предчувствия. Голосар, возможно, что-то затевает. Хорошо, что мы это знаем, но тебе нужно выяснить побольше. Какая награда будет? Я еще покопаюсь во всем этом. Хорошо. Да я тебе еще по башке дам, хоть меня перебивать, болван. Хорошо, дай мне знать, когда будут другие новости. Ну, у тебя есть еще какие-нибудь пожелания? Так, хочу получить, ведь не так, ну, понятно. Я так понимаю, просто поговори со мной еще раз. Ну, тебе что-то нужно? И все, мы вот ради этого приходили. Что ты собираешься делать, пока буду там? Некоторые вопросы, я могу достать какие-нибудь припасы. Блин, и это все, что мы... Блин, вот это говно. Галстер схвачен. Ладно, короче, все понятно. Так, давай возвращаемся. Блин, нифига себе. Вот это сходил так сходил, черт возьми, да, полезная вещь. Так, переместиться к привязке, телепортироваться в эту фигню. Ладно. Может быть, он, кстати говоря... Ой, подожди, какой, к пятой, да? Может быть, этот как-нибудь прогрессировать будет? Типа, очень похоже, знаете, на что похоже? На этот, на Original Sin, там тоже какое-то, типа, пространство было, да, куда мы могли портироваться. Вот очень похоже. Так, пьедестал. Да что ты? О, это лиловая, да, прикрепить лиловую, прикрепить желтую. А если не то прикрепить? Блин, что-нибудь будет? Ну-ка, давай красную, ну, сюда прикрепить. Красную. Да, похоже, здесь не подходит. Была быть полным болваном. Но болваны, так сказать, пробуется. Лада, цветной бассейн. 6 цветов и сплетется над водоемом. Че? И 6 цветов. Че тебе надо? А, подожди, дверь открыта? Нет, не открыта. 6 цветов появляются и сплетаются над водоемом. Типа открыто? No can do. Nope. Me can't do that. Чудо, я не понимаю, какие 6 цветов, что тебе надо? Может, надо еще раз нажать? Дернуть за них? А, она еще за них дернет, нифига себе. Вот прикол. Надо не только вставить, но еще и дернуть. Может быть, в определенном свете, в определенном порядке надо? Я просто как дурак тут кликаю. А опыт дают за них? 41 опыт! А прикинь, можно фармить? А, вот, смотри, вы тянете, ничего не происходит. Видать, это правильно. То есть первая у нас красная. Вторая зеленая. Лиловая и желтая. И ничего не происходит. А если и так? Угу. Это сброс, я так понимаю, да? Почему 6 цветов? Че еще-то? У нас, конечно, там были рычаги. Да тогда с ними 7 получается.
Так, что-то я ничего не понимаю. Ну, больше никто ничего не появляется. Может, дверь тебе раскрыта? No can do. Nope. Me can't do that. Короче, о, опять. Чё? О, да, дракон! Убей, убей, ты можешь! 41 опыта, это пипец, можно же фармить. Так, вот так получается. Сейчас за зеленый опять появится, да, он? Нет. То есть сброс идет у двери. Вот так. Сбрасываем. Нет, нифига. Чё, я вообще ничего не понимаю. Опыт, конечно, прикольный, это все. По 40 опыта. Чё, Чё-то либо я тупой, я вообще не понимаю, что от меня нужно. Может, я что-то не сделал? Почему? На желтую? Может, еще надо там, типа, 6 цветов? Типа, 6 раз надо какой-то набрать. Вот мы зеленую кликаем, ничего не происходит. Видимо, ну, то есть, получается, первая 100% желтая, да? Вот мы нажимаем, и у нас сброс идет на вот... Вот, сбрасываем. Желтую нажимаем, появляется этот. Нет, ничего не происходит. Я, короче, вообще ни хрена не понимаю. 6 цветов? Похоже, в этот раз вы не активировали бассейн. То есть я нажал, что-то произошло, видимо. Ну, это, конечно, круто. И, блин, я реально, ребят, не понимаю. Вот, смотрите, нажимаю. Вот, 6 цветов появляются и сплетаются над водоемом. Где? А, блин, вот баллон. Во, показывает ведь над водоем. Блин, смотрите, камера как. Фиолетовый, оранжевый, красный, вернее, да? Все, я понял, блин, офигеть. Так, давай еще раз. Не активировал. Так, фиолетовый, оранжевый, блин, я опять не посмотрел. Ну-ка, фиолетовый, ага, неверно. Все, я понял, блин, короче, камеру надо вот так, нельзя держать. Иначе вообще ГГ. Просто обалдеть. Во, первый какой, красный. Красный, этот, вот. Да ты чё встал-то? Теперь вот этот. Так, теперь какой? Опять красный. Опять красный? Чё теперь? Какой теперь-то, блин? Чё за тупизм? Желтый? Блин! Я, короче, он, если он два раза красный, убей, ты можешь. То это вообще, конечно, печаль, беда. Так, по крайней мере, мы продвинулись, что у нас теперь над этой вот под определенным уровнем. Во, вот так надо смотреть, иначе вообще просто жесть. Так, давай вот так. Вот, надо водоем. Красный, есть. Давай быстрее, красный, фиолетовый. Пять красный. Красный долго горит. Вот сейчас какой горит? Типа дальше самому надо. То есть мы три нажали, нам еще надо три, да, нажать? Давай буровом зеленый. Нет. Может, опять надо этот нажать? Какая-то тупая лава. Это... Вот тоже... А, вот смотри, красный показывает. Красный? Да иди давай быстрее, придурок. Может, надо нажимать, успевать. Вот опять красный, да? Может, опять красный. И опять красный. Так, что-то прогремело. Так, одни красные. Давай сейчас попробуем
пока горит нажать. Может, на атаку успеть. Вот. Три, да? Нажал. О! Ха! Теперь меня не... Два желтого надо попробовать нажать. С ума сойти. То есть получается красный, потом фиолетовый, красный и потом желтый. Ну-ка. Желтый, а потом зеленый. Так, и какой-нибудь красный давай. Так, ничего не происходит. И давай еще какой-нибудь фиолетовый. Все, у меня, короче, идеи закончились. Он, падла, не показывает почему-то последние 6. То есть 6 цветов. А где? Красный. Может, я что-то плохо смотрю? Фиолетовый. А, опять фиолетовый. Красный. 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 С морганием, с этим непонятно. Смотрите, УК приблизился, стал понятно. То есть получается красный, фиолетовый, фиолетовый. Красный, красный, по-моему, да? Ну-ка давай еще разок. Офигеть. Блин. Давай. Мы это раз не активировали. Так, получается красный. Фиолетовый. Во! Все, нормас. Вот, то есть надо было бы досмотреть обязательно до конца. И вот этот звук дурацкий. Блин, это самая тупая загадка в мире. Это просто какая-то дичь. Вот, во-первых, вот вообще, вот хоть бы сделали поярче, что ли. Боже ты мой, это вообще не интуитивно, ни хрена. Просто кошмар. Здорово, Бергер. Боже, господи, вообще дурацкая задача. Эй, да как же ты можешь просто пройти мимо? Галастр всегда говорил, что ты никак не сможешь пройти, особенно после того, как цепи сняли. А кто ты? Существо, похоже, на мгновение смутилось. О, извини. Галастр всегда мне говорил следить за своими манерами. Меня зовут Бергер. Галастр мой папка. Галастр твой отец? Ты зачем так говоришь? Ты что думаешь, я вру? Я не вру. Галастер мой папка, он всегда мне так говорил. Галастер меня сделал, говорил, что сам меня сшил. Я помогал ему управлять тут, Все меня раньше так любили, улыбались все время, кивали и говорили: «Привет, Бергер!» Еще бы, а какой смысл портить отношения с волшебником, докучая его мальчику на побегушках? То есть голему на побегушках. Ага, люди хорошо к тебе относятся, когда у тебя большие друзья. Поэтому, когда босс рядом, Дикин не волнуется. Но теперь все не так здорово. С тех пор, как папку поймали, другие стали не такие славные со мной. Особенно плохие эти темные эльфы. Галастер в плену? Это точно? Это утверждение, болван. Это точно. Мой папка у них в когтях, у этих чернокожих, остроухих, сереброволосых, противных дроу. Теперь они и за мной охотятся. С тех пор, как они загробастали моего папку, эти дроу шатаются по всему подгорью, где хотят. Это неправильно. Галастер не любит, когда народ так запросто расхаживает тут. Но они не могут убить папку, или подгорье упадет им прямо на уши. Ну, так что они держат его живьем, и когда он выйдет наружу, он будет злющий. Такие... тогда эти дроу пожалеют. У тебя есть план, как освободить его? О, я... уф... нет. Погоди. Я могу? Нет. О, я знаю! Я просто... нет. Ну, нет у меня плана. Я не сильно хорошо умею планировать. Да, мы видим, приятель. Может быть, у Галастера вышли хорошие мозги, когда он сшивал тебя. Но ему пришлось использовать подтухшие. Не надо волноваться! Босс имеет план спасать сумасшедшего волшебника. Босс очень отлично делает планы, верно, босс? Зачем мне спасать такого безумца, как Галастер? Так, не беспокойся, я найду способ его освободить. Давай вот так. Правда? Ура! Я тоже думаю, ты это сделаешь. Я только посмотрел на тебя, и мне сразу все ясно.
как только он снова будет на свободе, уж он позаботится об этих темных эльфах. Они еще пожалеют, что сами, что были со мной гадкими. Они и все другие тоже. Они и все пожалеют, сильно пожалеют. Он вернет все на места, как раньше. Чудища Подгорья будут оставаться в Подгорье. А этих дроу он запинает обратно в Андердарк, где их место. А, так где же содержат Галластера? Папка там, внизу, на глубоких уровнях. Где-то. Я, правда, не знаю где. И тут все время только... Я тут все время только убегаю от дроу и других этих тварей. А, я хочу спросить тебя о другом. Знаешь, я не особо такой умный, но я постараюсь ответить на вопросы. Так, это мы все спрашивали, что ты знаешь о Галластере? Я знаю, что он меня сделал. Ну, то есть он мне так сказал, перед тем, как дроу его поймали. Ну, я думаю, незачем ему было врать, как он есть мой папка и все такое. Так, я хочу узнать в другом, да, спросить другом, кто ты же наш... Что ты можешь рассказать о Подгорье? Я раньше все знал об этом месте. Даже когда Галластер тут все менял, он меня отводил в сторонку и объяснял, что будет делать. Но теперь я ничего не знаю. Дикин знает, что ты чувствовать. Иногда босс объясняет всякое, а Дикин никак не понимает. Чудища дерутся и убивают. Войска дроу бегают свободно везде. Это много не просто неправильно. Да-да, такое расстройство, когда беспорядок подземелье смерти. Раньше все тут очень хорошо ко мне относились, но с тех пор, как папку поймали, все не так. Теперь тут каждый пытается убить меня. Так, о другом, ну все, да, получается, кто-то, мне нужно идти. О, ладно, ну, тогда пока, наверное. Я просто останусь тут, где безопасно, пока папка не освободится и не сделает все опять, как должно быть. Так, ладно. Окей, блин, конечно, я не знаю, может быть... Я, видите, якобы не смотрю ни прохождение, ничего. Просто все по наитию. Не совсем понятно. Во-первых, звука не было вот этого. Либо он был, я не обращал внимания, да? Ну, вот то, что ничего не происходит. То есть надо было обязательно дождаться, пока вот эти все цвета покажут. И только при приближении видно, что он несколько раз один и тот же цвет включал. Видать, рандом здесь, да, получается? Просто обалдеть. Ну, ладно, хотя бы прошли, ладно. Ладно, давайте тогда на этом заканчивать. А куда делся кошелек Дикина? У Дикина был кошелек, а теперь его нет. Может, он вывалился? Ты чё на меня так вылупился своими мелкими глазенками, бусинками, кобальт? Если я вор, так чё, по-твоему, ворую? Дикин вообще никак на тебя не вылупился. Ну как же, я же видел эти обвиняющие глазенки. Да ты знаешь, кто я такой? Томми Андергаллоус, вот кто. А ты... всего лишь кобальт. Я же голосом Дикина заговорил. Но Дикин ничего не говорил. Да, может быть, и была все пара монет. А, понятно. Подловить тебя, типа, хочешь, да? Меня, типа, хочешь, да? А? Ладно, зашибись. Вот, держи его. Забирай свой чертов кошелек. Ну что, счастлив? Ты нашел кошелек Дикина? Вау, Томми, ты самый лучший. Я то и не знаю. Так, ладно, у них тут, видать, свои разговорчики, ладно. Давайте, ребятушки, на этом закончим. Ой, подожди, а что такое? А, ничего, да. А, и в следующей серии пойдем уже получаться за Галластером. Не знаю, тут до конца и нет, и еще нам уровень гана взять. Кстати говоря, сразу напишите, пожалуйста, ваши, как сказать-то, предложения, что нам взять. Либо 21-го барда, но на, посмотри, что там дает престиж. Бард с 20-го, там что-то усиление какое-то, по-моему, идет. Точно не знаю, надо посмотреть. Либо какой-то мультикласс, типа воина, либо плута, чтобы в милишке-то драться. Не знаю, предложение пишите, если успеете. Не знаю, потому что серию я записываю один в день. То есть вот эта серия выйдет в среду. Сегодня вторник? В среду, короче, вот. Или в четверг? Нет, в среду, да, сегодня вторник. Ладно, ребяшки, давайте на этом тогда все. Тут что-то лясы точут. Все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего и всем пока.